флешбеки, Мамоноски Атоки, резиновая молния Луффи, превосходство Голди Роджера, гигантский кулак, покрытый волей, разрушение Онигашимы в сегодняшней главе. Контентику заказывали? Просто дай взглянуть на него! Здорово, Ханина Сладик на булочке, Бантик на связи. Перед просмотром ролика хочу поблагодарить всех спонсоров на Ютубе и на Бусти. Спасибо всем крутарским крутарям 2022 за поддержку канала. Рад видеть в списке безбашенных пиратов старые лица и новых пиратов из худшего поколения. Каждому большие благодарства. Уже целых 29 человек из сотни пополнили армию, готовую противостоять Кайду 100 зверей. Так что однажды мы победим его. Всем, кто поддерживает на Бусти, респектосы. Для тех, кто хочет быть на связи и следить за таинственными инсайдами извне, вступайте в телеграм-канал Анимамори, где каждый день публикуются различные ништячки. Даже вот, например, олеживые фанфики уже подъехали. Настолько все запущено. Ссылки на все будут, как обычно, в закрепленном комментарии под видосом. Чекайте. А теперь можно запускать топовый трейлерочек, который положит начало обзору на 1047 главу. Погнали! Глава называется «Небо столицы». Обложка журнала. Луффи с другими персонажами сёнонов стоят в одном кадре с разными атрибутами спорта. Такие вот нереально интересные спортивные штучки выкатили для нас спустя 2 недели. На цветном развороте Мугивары на пляже вместе с Мамоноски драконом. Об этом мы уже говорили в прошлом ролике по спойлерам, поэтому перейдем резче к первой странице манги. «Создай облака пламени! Ты сможешь сделать это, Мамоноски!» кричит Ямато. «Твои слова ничего не меняют. Я не могу. Я еще не способен на такое», отвечает Момо. «Я просто не могу». Начинается небольшой флешбэк в то время, когда Момо и его вассалы были перенесены в будущее. «Мамоноски, вперед! Отправляйтесь с Кинемоном и другими вассалами в будущее на 20 лет», говорит Токи. «И там вы возродите клан Кодзуки». На что даже в своем флешбэке Мамоноски пищит о том, что он не сможет. Дальше Момо сквозь слезы спрашивает Токи. «Тогда почему бы тебе не пойти со мной? Мама и Хиори, мы все должны быть вместе». «Лорд Мамоноски, сейчас больше всего страдает ваша мать», вмешивается в диалог Кинемон. Не, ну Кинемон, про мать лишняя, конечно. «Это страна самураев, где позор оплачивается жизнями. Женщина заявила о своей решимости, а мужчина остается в сомнениях. Господи, это позор не меньше, чем публичное унижение». «Ну я всего лишь ребенок», говорит Мамоноски. «Простите мою резкость, но с уходом лорда Одана вы больше не ребенок», отвечает Кинемон. «Честно говоря, я бы хотел, чтобы вы дали нам второй шанс в этой битве. По сравнению с тем, чтобы умереть в этом пламени, я лучше погибну, держа мечи во имя моего лорда. Дадите ли вы нам шанс попасть туда, где мы сможем потратить свои жизни не просто так?» Заканчивает свою речь Кинемон. Токи в последний раз смотрит на сына, произнося его имя, и начинает отправление. «Мама, мама, я уже тут, я могу всех подвести. Нет, не приближайся к цветочной столице, чертова глыба, стой!» кричит в слезах Мамоноски, смотря на череп замка Онигашимы. Нас переносят к битве Луффи против Кайдо. «Так ты схватил гром? Что за бред? Ура-ра-ра-ра-ра!» смеется Кайдо. Луффи незамедлительно проводит свою атаку в сторону царя зверей. «Резиновый гром!» запуская резиновую молнию в сторону оппонента. Кайдо уклоняется от этого резинового хлыста и начинает контратаку. «Это все очень здорово. Ты можешь развлекаться, сколько тебе вздумается. Но сила фрукта, данная тебе, это не то, что нужно для того, чтобы завоевать весь мир». После чего Кайдо замахивается своим канабо, пытаясь встретить Луффи сильнейшим ударом. Луффи пытается уклоняться, но попадает под раздачу. Кайдо продолжает
продолжает свои атаки и говорит: «Например, Роджер, не имевший никаких сверхспособностей дьявольских фруктов, мог в свое время творить великие дела в этом мире. Только хаки — это все, что нужно было ему для превосходства над другими». После того, как Кайду заканчивает восхищаться Роджером, он проводит сильнейшую атаку Канабу. «Ямантака! Гром Бэгуа!» Сноска на полях. Бог, разрушитель или победитель смерти в буддизме. На японский язык переводится как «тот, кто обладает великой силой», а также иногда известен как «тот, кто побеждает Энму». Дальше мы видим, как Луффи, полностью принявший удар своей башкой, отлетает вверх к небу. Изо рта у него течет кровь, и вокруг головы летают птички. На тот же манер с фишками из старых мультиков Луни Тюнс. Но в момент, когда он начинает взмывать ввысь, Луффи успевает выкинуть руку в сторону Кайдо и схватить его за грудь, снова превратив его тело в резиновое. «Отпусти!» — кричит дракон. «Ты для меня весь как на ладони! Дыхание Бола, Драгон Твистер!» Запускает свою безуспешную атаку Кайдо. «Как я помню, твое тело было неустойчиво к режущим атакам!» После этих слов Кайдо замахивается своим канабо и шипами ударяет по растянутой руке Луффи. В следующий момент Кайдо снова меняет свою гибридную форму на полную форму лазурного дракона и смотрит, что происходит с его оппонентом. Луффи, получивший ранение, все еще летит вверх, готовя что-то новенькое. Нас резко переносят к цветочной столице, где торжество находится в самом разгаре. «Подготавливайте фонари, почтим память наших предков!» Общаются между собой жители столицы. «Выпустите небесные фонарики! Стабильный курс!» Потихоньку фестиваль подходит к концу. «Завтра мы вернемся к работе в качестве рабов, но сегодня давайте веселиться вместе!» Продолжают петь и танцевать все вокруг. Малышка Тока вместе с Хитэцу смотрят в небо и запускают свой фонарь. «Как круто! Лети, фонарь! Доберись до моего отца!» Говорит Тока, провожая свой фонарик взглядом. На следующем фрейме нам показывают, как Луффи, полностью обгоревший, попал в самый эпицентр предыдущей атаки Кайдо и, подобно обожженным уголькам, продолжает свой полет. Снова смена на локации, внутри купола черепа. «Босс Хьёгура, вы в порядке?» спрашивают самураи. «Кажется, Анигашима вот-вот упадет». «Ха-ха-ха, похоже, Кайдо загнан в угол», отвечает дедуля Хьёгура. «Вы, парни, как думаете, кто из них победит? Если соломенная шляпа победит Кайдо, возможно, это приведет к тому, что мы упадем и разобьемся. Но пока мы живы, это означает, что Кайдо до сих пор способен держать остров в воздухе». Самураи начинают делиться информацией о своих семьях, о родных и близких. То, что все попытаются выжить и вернуться к себе домой. Все находятся в приподнятом настроении, и боевой дух начинает подымать всех раненых самураев. «Мугивара, покажи Кайдо все, на что ты способен!» Начинают кричать все самураи вокруг. «Вы, самураи, сошли с ума?» Кричит на них один из подчиненных Кайдо. «Разве вы не понимаете, что мы все тут погибнем?» На что дедуля Хьёгура с ухмылкой отвечает: «О, так это не так уж и плохо». После его ответа нас переносят на другую локацию. «Я не хочу умирать! Я не хочу этого!» кричит Усоп. «Черт возьми, я буду жить несмотря ни на что! Воу, это что, вода?» Вместе с жирафом попадает под волну удивленный Усоп. Переносимся в сокровищницу. «Я освободился!» говорит Орочи. «Гвоздь из Кайросеки отваливается от какого-то странного грохота. Я обязательно заберу тебя с собой!» Кричит Орочи, окруженный огненными языками пламени со всех сторон. Он превращается в полную форму Яматана Орочи и продолжает: «Надеюсь, ты смотришь, Одан? Я заберу с собой твою дочь!» Хиёри закрывается рукой и выглядит очень напуганной. Нас возвращают к главной битве. Луффи в полете кричит Момоноске: «Эй, Момо!» На что Момоноске реагирует, направляя свой взгляд вверх вместе с Ямато. После чего они пребывают в полнейшем шоке и кричат во все горло. На большом фрейме кулак Луффи, полностью покрытый волей, находится над островом Анигашима. Его сжатые
сжатый кулак превосходит размером весь остров, нависая над Кайдо, готовясь к удару. «Я покончу со всем этим!» — говорит Луффи. «Я сокрушу Онигашиму одним ударом!» Ямато и Момоноске смотрят на то, как громадный кулак летит в сторону Кайдо. «Он собирается пробить Онигашиму!» — кричит Ямато. «Прекрати, Луффи!» — паникует Момоноске. Луффи, ухмыляясь, летит, готовясь нанести мощнейший удар. «Я верю в тебя, Момо!» — говорит Луффи перед ударом. Момоноске не понимает, что происходит, и смотрит вокруг. Вместе с ним Кайдо также готовится принять этот массивный удар. Его глаза выражают тревогу. На этом глава заканчивается. Как просили многие, стараюсь не забывать объявлять перерывы или же ожидания следующей главы через неделю. Так вот, те, кто не посещает спойлеры, где мы уже намазали, повторяю еще раз. Помимо двухнедельного ожидания этой главы, на следующей неделе снова перерыв начальника. Как бы это ни прискорбно звучало, но давайте скажем спасибо великим Геннадиям за то, что мы получили целую одну главу за месяц. Вот это я понимаю уровень. Ну ладно. Ладно, не грустите, пускай 1048 глава выйдет через 2 недели. Чтобы разбавить ваши страдания, запущу еще несколько стримов с сеансами по просмотру One Piece Red, дабы скоротать ожидания главы. Еще раз посмотрим, как Шанкс убил Каину и те невероятные твисты с им самой и его связью с Луффи. Тем, кто еще не смотрел One Piece Red, ожидайте. Ровно через 20 минут после окончания ролика будем смотреть его на дневном сеансе. А теперь давайте пройдемся по главе, по флешбекам Момоноске. Говоря об этом на спойлерах, я надеялся, что будет выкачана достойная инфа, которая напрямую или косвенно будет влиять на сюжет и раскрывать что-то новенькое. Но как мы видим, на несколько страниц нам разлили логию воды о том, как Токи отправляла Момоноске в будущее, и о тирадах Кинемона, где он пытался показать свой настрой на отмщение за Одана. После чего Момоноске так и не взялся за ум и до сих пор находится в полной прострации, считая себя маленьким мальчиком. Но в принципе он таким и является, его можно понять, слишком большая ответственность и давление, нагруженное на плечи ребенка. Далее, судя по фреймам, все-таки он сделал это. Луффи запустил резиновую молнию в сторону Кайдо. Этот мув был на изи прочитан нами на предикшене к этой главе. Я угарнул на тему абсурда и дальнейшего развития этих сценок, и о том, что раз Луффи все, к чему прикасается, делает резин, значит и молния, схваченная с небес, должна стать резиновой. Вот мы этого и дождались. Кайдо в очередной раз намазал с этих мувов, но под раздачу все же не попал. Повезло деду, хотя бы тут его не отшлепали этим резиновым кнутом в виде молнии. Раз Луффи все вокруг может спокойно превратить в резину, ожидаем постепенного поползновения этих событий в сторону хождения по резиновой воде или что-то типа того. Единственный интересный для меня момент в этой главе — это мимолетная фраза Кайдо о короле пиратов. О том, что у Роджера не было никаких фруктов, и даже с учетом этого он умудрился подмять под себя мир и устроил кипиш всевозможных масштабов. Только благодаря своей воле и амбициям человек достиг титула короля пиратов. Эх, старая гвардия все-таки намного интереснее новоиспеченных судьбоносных богов. Респект пиратам предыдущего поколения. И хоть одна радость, то что Роджеру не был приписан какой-нибудь мифический зон параметциевого типа великой логии Хито-Хито Нуми, модель короля пиратов. И на этом спасибо. Хоть где-то в One Piece еще остаются закрома той самой свободы приключений. Ну и завершающий фрейм, где Луффи выкатил руку размером с Онигашиму, хотя при этом он сам находился в обычном состоянии. В прошлой главе он полностью был гигантом. Тут, подобно Кинг-Конг Гану из фильма «Стампид» против Дугласа Буллета, увеличилась лишь рука. Будет мощнейший топовый удар по Кайдо с дальнейшим разрушением Онигашимы. Наверняка мы так и не увидим ее приземление на столицу. Максимум, что туда долетит, это осколки. Последние слова Луффи перед ударом, возможно, говорят о том, что Момо будет должен не дать крупным глыбам навредить мирным жителям. Поэтому об этом мы узнаем в следующей главе через 2 недели. Пишите, что думаете по этому поводу и когда там уже Кайдо раз
расчехлить свое пробуждение. Если у кого номер есть, наберите ящерки, поинтересуйтесь, собирается он там, нет. На этом, пожалуй, все. Оценивай работу лайком и пиши комменты по всем интересующим тебя вопросам, касаемых этой главы. Подписывайся на канал, чтобы становиться частью самого непобедимого флота на ютубе и идти навстречу новым горизонтам вместе. Если имеешь желание и возможность, поддержи канал на Boosty. Даже за самую символичную плату ты поможешь продвижению канала, и мы одолеем армию царя зверей. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии под видео. Покорим же все моря и станем королями вместе. До скорых встреч! Кампай! Дьявольские фрукты, переваривай аригато. Ой, бой, интонацию свою смени на то. Мечты о нестяни, губу забей на то. Смотри, а то упустишь шансы, все мечты раздавит пейнари хакол. Ой, бой, слушай меня, бой, бой, вытри кровь, воин мой.